Под мышку. Освобождение захвата. Да,
You must push. Толчок должен быть. Once you get that, then very easy. Не просто опускать тело руку, а нужно отчетливо делать движение. Имитирует движение самозащиты. Thank you.
При ударах используется опора на часок. Вот в такое положение невозможно заходить. Это дает Финал не. Руки.
Финал сам. Финал гол. Во всех финалах. Без участия, оксидации. Свою марш кавал от того. И поэтому нельзя, чтобы ваши ноги потеряли стабильность. Это что? Финал становится. Отведение к бедру для освобождения от захвата. Вниз слишком неудобное движение. Иначе он пролетит. Нужно успеть поднять ногу, иметь возможность поднять ногу.
Thank you.
push. This hand comes there. Здесь происходит толчок вперед. So it gives you the ball in action. Ball in action. So you have to fall. You must come close. Нужно, чтобы движение было близко к руке. Если низко опустить руку, то ничего не произойдет. So if I'm standing there and he grabs my hand, I've got to push there. For me to come right loose, I have to pull and then come through. If I get this there, Если крутить рукой перед собой, ничего не произойдет. Сначала нужно потянуть без рук, потом встать. So you must remember, when you come through, down, you must take position immediately. Необходимо сразу перевести бедра в ту же дачу. Какие вопросы? Насчет траектории руки, The trajectory of movement there, if you come from there it cuts. Смотри. And then it pulls in. But that is when you do kata. When you get attacked. When you actually get the tap, then you work both. Но в реальности можно срывать две руки. But the main point is to get that movement there. Because people grab you very strong. Если сильный захват, то срываются две руки. Of course, if you get there, you can practice. Maybe you're strong, so you need your move. Можно и одной рукой сбить, но если захват очень сильный, то приходится тянуть две руки. But in kata form, the movement is there. It's just a swing, natural swing. Естественное возвращение. Natural swing. That's all it is. Туда и обратно. Okay? Other than that, it's not bad. Take care. A lot of people, when you first did this one, you went this way. Very difficult to get your arm up. Да, рука должна находиться внизу, потому что трудно. Это естественное положение, рука внизу. So just think, come up. So when you go there, it's very natural, like taking a ball and throwing a ball. Это как бросок мяча. Right, that is quite good. Just remember the small point. Вот имейте в виду эти маленькие детали, все остальное вполне. And don't forget, when you kick, the leg and the hand is coming together. И забывайте, что нога и рука возвращаются в исходную стартовую позицию. Very important to come in чуть сверху. If he holds me there,
Локоть поднимается и разводится за Просто на месте сделать движение руками, это невозможно освободиться. Локоть проводится внутрь, и тогда разрывается захват. Локоть чуть выше, вниз, и если очень крепкий захват, and I come high, hold tight, and I cannot break. Do you understand? Very easy. Push. Если не хватает одной руки, то можно две руки использовать для разрыва. But if I come there, но если локоть не погружен внутрь между руками, то нечего разрывать получается. So if I come up there, and I want to come down strong. And I can't get through. I use to break there. Если просто наложить предплечье, захват невозможно разорвать, нужно обязательно наложить локоть. То есть заводить локоть чуть сверху и погружать его. А это просто движение, которое еще раз обращать внимание. Сначала позиция, замах, потом движение. Not everything
is practical. Не все, не все является практическим. It's more exercise. Является упражнением для других практических назначений. Don't use in practice only kata, but it's used in combinations. It's called ueni ski. Ueni ski is from there. It comes underneath and in. The command is just do that. And that. Если вы руки так ставите, if you're standing like that there, it comes up very quickly, it hits up and in. Удар идет снизу вверх подбородок, еще немножко вперед голова. То есть вперед и... My name is Do you know that?
Блока. Представляете себе так, что у вас рука отводится от лица, так же как у Чуке, отводится от лица здесь. Somebody grabs your hand, you break through. And then on young,
which some of you will often remember as Ken Shaw. Of course, the Shaw. Ken Shaw. You guys know how? Ken Shaw. That's what it is. It's not a block. Impossible. Now, sometimes you got So when you do that technique, make sure. Make sure the hand is there. This one is to go this way. That one is to lock into the arm. Эта позиция позволяет не только давать удары, но переходить на различные захваты и замки. A lot depends from technique Solosani. И это все зависит от Такеоку Солосани. Если вы будете делать перед собой, контрольные сами вот с помощью пояса. Когда поезд The other main fault that I can find is their capitances. When they come in there, oh, Jordan, they jump in too close. Да, и многие делают So they can't come in properly. Capitance is in relationship to your relationship. So if you do capitance, Julia, Morashidachi. Look at that. That's how you know you are in a good position. Make your feet on board. If you're there, you can't get feet on board. The upper cut is quite thick. The upper cut is quite thick. Do that. Ish. 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 Ish.
position angle coaxing action. Cut up, positioning down, drive it in. Head, touch the side. Hold. And push. Thank you.
a very good job of participating in that, but some people are not turning the push. Like that. Remember, when they're there, the foot moves across to give that movement. So it's important that they... Будь внимательны на повороте, нога передняя, делай поворот раз, потому что будет правильно развить. Тогда... Ish, kata, here.
Конечно, все просто идет. Ай, покатал. Хип. Very important. Очень важно работать бедер. Rise the hand, not up. А что ты постановка и на сильной руки? Ай, оп. Ish. Ah, close the hand.
Стена была прямая. И не очень глубокий. Когда?
Shoulder, shoulder, elbow, and very
This way, not that way. Jordan. God, my dear, take the statue, Jordan. Orosi, my dear, Brian, Yabisky, by numbers. But shut, so come in. Let me come on, Ish. Me, Sal, she, Shio. Nokia, Nokia. That is God. Ish. My children. По центру Очень.
get up, shoot out. When you're done, take the move in function. Push and roll it.
вытянуть руку и толкнуть руку. So you get this up there. Now you can run. Большой фактор тоже надо отстать. Кот еще. Сюда. Shoulders down. Yeah. Look at that. Right from there.